18 февраля. Вторая традиция. Вторая традиция помогает мне в моей семейной жизни. Учит, как строить отношения с моими взрослыми детьми. Традиция гласит: для наших групповых целей есть только один авторитет – любящий Бог, каким он может предстать в нашем групповом сознании. Наши лидеры – всего лишь облеченные доверием исполнители. Они не управляют. В жизни моих взрослых детей я играю роль доверенного лица. Я могу направлять их, учить, но не могу принимать за них решений. Это должны делать они сами. Я могу учить их на своем примере и делиться с ними собственным опытом, только если меня попросят. Однако я не должна вмешиваться в ход событий. Я должна позволять людям, в том числе своим детям, делать их собственный выбор и нести за него ответственность. Размышления на сегодня. Лучший пример, который я могу показать своим детям, это попросить их помочь мне уважать их собственные решения. Нелегко убрать из своего лексикона выражение «тебе следовало бы», «почему бы тебе», «на твоем месте». Даже если я советую ненавязчиво и самых лучших побуждений, то все равно пытаюсь сделать за них выбор и заставить детей его принять. Отказавшись от подобных фраз, я смогла вести открытый, доброжелательный диалог с моими взрослыми детьми. Теперь они знают, что всегда могут прийти ко мне за советом или руководством в сложных ситуациях, не боясь, что я буду заставлять их делать все по-моему. Цитата. «Сила более могущественная, чем человеческая, помогла принять это решение». Герберт Штифель.